Дорогие подписчики, те, кто в первый раз у меня на канале, вас всех очень рада видеть. В этом видео я хочу, значит, вместе с вами, так сказать, уже подготовить мою работу. Потому что, если честно, я немножечко вот опасаюсь, что если я все-таки не смою маркер с этой работы, ну, вдруг, допустим, она полежит у меня с таким вот маркером, ну, с расчерченными квадратики, допустим, квадратиками, допустим, 2 недели. Вдруг все-таки может быть такая вот ситуация, что он потом вообще не смоется. Поэтому я все-таки, наверное, буду его стирать. Ну, буду, вернее, его водичкой стирать и работу все немножечко простирну. Вот, значит, и в этом видео я еще раз хочу сказать, покажу, как я постираю эту работу, подготовлю, и как я ее поглажу. Ну что, начинаем. Значит, так, водичку я выбираю не очень такую горячую, скорее тепленькую. Вот так вот, водичка хорошая. Значит, смотрите. Мочу пока свою. Вот и все. Смотрите, как все стирается. И он от воды очень-очень хорошо исчезает. Даже, наверное, я холодновато буду. Так. Значит, пока я смываю маркер. Вот я его уже смыла. Работать сейчас, по крайней мере, без него это точно. Так, смылось все нормально. Что я сделаю попозже? Значит, я возьму немножко, значит, мыла жидкого. Вот, положу в тазик, налью немножечко жидкого мыла. И в таком вот мыльном растворе моя вышивка, ну, полежит где-то полчасика. После этого я ее немножечко прополощу. И покажу вам, вот как я сделаю, чтобы она... Ну, в общем, что я делаю для того, чтобы она побыстрее высохла потом, и чтобы воды не осталось в, ну, от самой вышивки, где уже вышита ниточка. На ней шерстяная, и поэтому я немножечко опасаюсь. Ну что, мы с вами немножечко прервемся, пока вышивка моя немножечко полежит в тазу, в мыльной водичке, в теплой воде. Прерываемся немножко. Так, ну что, моя вышивка полчасика полежала в водичке, в которой я добавила немножечко мыла. Вот. Отжимать я сильно не стала, совсем прям чуть-чуть. Мы берем обычное полотенце, какое вам там, грубо говоря, не жалко взять. Кстати, вот такая вот система, так сказать, сушки, она еще и, мне кажется, очень хорошо применяется, когда вот вы постираете, ну, например, там из шерсти какую-то одежду. Мне кажется, что вот так вот можно разложить, по крайней мере, я так делаю, да, и вот сделать, чтобы вот шерстяная, допустим, кофточка, она и не помялась, и обязательно высохла. Значит, берем вышивку, кладем, и вот так вот аккуратненько начинаем скручивать. Я надеюсь, то, что вам видно, потому что я не очень знаю, что я там снимаю. Угу. Вот так вот аккуратно, смотрите, мы с вами свернули. Вот так вот аккуратненько. Полотенце, кстати, я хочу сказать, впитает всю лишнюю влагу. И это самое главное. До вечера вот оно у меня вот так вот полежит, полотенце свернутое. Всю влагу лишнюю впитает из вышивки. С вышивки, то есть. И все. Потом можно будет куда-то повесить, чтобы она, ну, все равно уже до конца просохла. После этого я уже буду ее гладить, и все готово. Можно аккуратненько свернуть или отнести в багетку. Так, ну как я ее буду гладить, я покажу немножечко позднее. Так, ну вот приблизительно такая моя работа после того, как она просохла. Несмотря на то, что я ее не очень сильно закрутила в полотенце, она какая-то вот выглядит очень помятой.
Гладить я буду с внутренней стороны, поэтому мы ее переворачиваем и начинаем гладить. Утюг я разогрела. Значит, с этой стороны я глажу с внутренней. И вот там, где у меня не вышито, я буду прикладывать, скажем так, наверное, большую часть своих усилий, потому что нужно ее как следует прогладить. Единственное, что я могу вам сказать, когда мы будем отдавать в багетную мастерскую, вот когда я отдаю в багетку, мне очень часто говорят, что не надо, мол, там ее гладить сильно и так далее, потому что когда они в багетке начинают ее как бы крепить, они очень сильно ее натягивают. И даже если мы с вами там ее не прогладим, она там будет мятая, они так сильно ее натянут, что все вот эти вот... Ой, господи, как они называются-то? В общем, неровности, они все будут скрыты. Если честно, я не знаю. Но вот сколько раз не отдавала, мне всегда так говорили. И тем не менее, я вот постоянно, когда ее работу вышью, я обязательно ее потом начну проглаживать и так далее. Зачем? Я не знаю. Ну, как-то мне вот так вот всегда почему-то хочется сделать. С внешней стороны я никогда, если честно, не проглаживаю. Не знаю почему. Так, прогладила я пока еще не очень хорошо. Стоит утюг у меня на максимуме. Я надеюсь, то, что вам видно, потому что стоит штатив, и я боюсь штатив задеть с камерой. Как-то вот не знаю. Конечно, вот один раз я отдавала работу, которая была вообще, ну, толком не проглаженная. Вот, и действительно, они так ее натянули, что и... Ничего и незаметно было, не знаю. Не могу ничего сказать, вот говорю вам то, что мне говорили в багетной мастерской, вот мастера натягивают. Кстати, что хочу сказать, самое главное, что хочу сказать, достаточно большое количество денег берут вот именно за натяжку канвы. Вот что я хочу сказать, когда я отдавала в багетку оформлять алмазную свою живопись, это стоило дешевле, потому что алмазную живопись не надо натягивать, а тут надо. Так, я паром не делаю. Чуть-чуть я из брызгалки своей побрызгала. И начинаю аккуратненько, чуть-чуть вот так вот проглаживать аккуратно работу. Почему я не глажу с внешней стороны? Потому что... Потому что я боюсь, что если я буду гладить с внешней стороны, скорее всего, вот эти вот все крестики, что-то как-то у меня вот здесь вот плохо проглаживаются, почему-то вроде стоит на максимуме. У меня вообще два утюга. Если я буду гладить с внешней стороны, то я вот эти вот все крестики с внешней стороны, ну, скажем так, я их приглажу, и они будут какие-то вот... Ну, такие очень прижатые, что ли. Как это назвать, я не знаю. Мы с вами сейчас чуть-чуть вот так вот пригладим канву, чистую канву без вышивки. Я вот так вот странно, смотрите, как интересно, снизу почему-то она помята очень-очень сильно. Такое чувство, как будто не отглаживается. А может и отглаживается, не знаю. Так. Не сильно вот там, где сама работа вышитая, не очень сильно прижимаем утюгом. Так.
не ударить бы мне штатив правой рукой. Так, ну чё? Смотрите, как интересно. Так, у меня здесь немножечко. Ну, в принципе, вот так вот выглядит моя работа. Сейчас я ее еще, наверное, повешу. Так, не повешу, вернее. Хотя, блин, здесь вот спорки. Вот. Ну, вот так вот она выглядит у меня. Так вот я ее прогладила. Я не знаю, буду ли я гладить еще или нет. Потому что, в принципе, она проглажена достаточно хорошо. Немножечко она у меня сейчас повисит еще. И я ее скручу. Ну, примерно вот так вот, точно так же, как я скручивала полотенце. Вот, и приготовлю для того, чтобы можно было ее отнести в багетку. Очень интересная канва, конечно, в этой работе. Ну, я думаю, что да, наверное, скорее всего, они ее натягивают очень хорошо, потому что работа, даже ты, если их не гладишь, они выглядят, ну, я не знаю, на 100% просто натянутые. То есть, каких-то вот таких вот сборочек здесь нету от канвы, то есть они очень здорово в багетной мастерской натягивают, за что, собственно говоря, они и берут деньги. Ну что, вот так вот я занимаюсь своими работами после того, как я их вышью, как постираю. Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал, посмотрели мое видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а мы с вами увидимся уже в других моих видео. Всем пока-пока!